Всем привет, ребята, меня зовут Ласочка, с вами на связи Пухлый Кролик. Вы только посмотрите, я живу в снегу. И знаете, почему я живу в снегу? Потому что я скрытный кролик, я кролик-воришка. Меня никто не видит, я просто подводная лодка. У меня есть друг Михалыч, вот. Но я думаю, очевидно, почему мой друг Михалыч. Потому что мы все-таки в зимнем биоме, и друзья мне нужны. Итак, мне нужно где-то добыть пропитание. Единственный минус в том, что я кролик, у меня лапки. У меня всего-навсего два слота в инвентаре. Это вот это и левая. Короче, правая и левая, как все. Короче, серьезно. Наконец-то можно спокойно половить рыбку, чтобы покормить свою лисичку. У него есть лиса, значит, у него есть морковка. А я, погодите, лисы не едят морковку. Тихо, я буду вот тут ползать, они даже найдете. Не-не-не. Сейчас я подожду. О, клювик большая и маленькая, вон же плаваете. Че, прикормить вам чем-нибудь? У меня сыр есть. Может, сырочком прикормить? Сыр это я люблю! Ты что, меня не заметил? Господи! Какой жирный! Алло! Ты будешь приманкой для рыбки, давай! Ну все, братан, теперь не отвертишься! Гладь меня, гладь меня! Он приручился, походу! А ты еще думал? Не, я не приручился, это так думаешь. Это просто я обозначаю, что мне приятно. Давайте помогу. Под лед ушел! Ой-ой-ой! А где всплыть? Да я тебе помогаю! Ну, Алеш Попович, давай, ну, выбирайся! Мне нужно. Чертов кролик взял меня в ловушку, засунул. Ну ты дурачок, я кому это ставлю? Какой странный кролик, что ты привязался? У тебя хозяина нету, судя по твоему лишнему весу, ты живешь у какой-то бабушки. Он намекает на то, что я пухлый, типа, мол, бабушки постоянно перекармливают. Нет, я не живу у бабушки, благо у меня нет никаких хозяев. Вам. Я рыбу поймал! Нифига себе! А что это за новый лобстер какой-то? Офигеть, ты видал, какой он красивый зверь? Ну, пацан! Ловись, рыбка большая и маленькая. Что, ты хочешь кушать? Я могу тебе добавить. Я сама все сделаю, ты будешь 3 года ловить эту рыбу, а я сейчас быстренько тебе рыбку дам. А где рыба-то? Нафига тебе рыба есть? У тебя лиса дома? Да ну! Да ну! Тебя. Пойдем, кролик, я тебя привяжу. Да давай, вытаскивай меня из дырки! Да ё-моё! Пацан, давай из дырки, ну! Ну! Я подо льдом, и ты тоже! Ну давай выбираться! Да погоди! Да не мешай, кролик, нужно вот это сломать, чтобы вода появилась. Гений, вот. Я не могу из-за тебя, из-за тебя, из-за твоего поводка. Что же было? Пойдем. Кролик, смотри, выбирай, что ты хочешь. А у меня и сыр, и морковка. Ну, вообще-то, я люблю больше сыр, ну, как Флосочка. А как кролик, я люблю морковку. Морковка. А морковки мало, могу предложить сыр. Ладно, не буду жалеть на кролика. Просто разочек покушай. Меня кормят. Да, я вообще-то, кстати, и не проголодался еще, но неважно, корми. Кушай! У тебя проблемы с обменом веществ. Я так и знал. Ты толстеешь и не худеешь. Твою курузу, что, опять сегодня буду толстеть? О, боже, я к концу этого видео буду больше, чем он. Вот он постоянно откармливает. Неважно, за какое животное я играю. За котика, за лисичку, либо же за кролика. Куда ты убежал-то? А меня забыл! Я теперь не отвяжусь. Пойдем, кролик, будешь жить со мной. Давай сейчас с кайфом. Просто буду прыгать, а он меня доведет до дома. Надеюсь, он не живет в этом холодном биоме. Только сразу скажу, моя лисичка любит кушать кроликов, поэтому... Мы с ней поладим. Я ее сама захаваю, если что. Я в дырке, у меня 2 хп. Тихо, аккуратно, пойдем, аккуратно идем, аккуратно. Давай, веди меня, я надеюсь, у тебя есть новая печка, мне холодно, хочу согреться. Скажи мне, тебе делали прививку от бешенства? Да. Видимо, не делали. У меня, если что, есть с собой всегда инъекция. Она в этой палочке. Это похоже на стрелу любви. Все, теперь ты не болеешь бешенством, пошли. Уху, он точно не хочет меня скормить своей лисе. Если он сделал мне прививку от бешенства, значит, не хочет скормить. Все, веди домой, мне холодно. Я хочу в тепло погреться на печечке. A few moments later. Кролик, ты нелегкий, если что, понимаешь? Где я? О, что это за лунка такая? Это что, где мы с тобой? Алло. Смотри, я тут ловлю рыбу. Что ты туда не падаешь? А тут я ловлю рыбу. Рыбку ловишь? Ты хочешь, чтобы я упал? Ну давай упаду. Да ты меньше меня...
Это карма, чувак, это карма. Ну! Ё-моё! Я помогу, делать, дурачок, отцепи меня, я тебе помогу. Я помогу. Придется ломать. Смотри, это мой дом. Только там живут лисята. А лисята очень жрут кроликов, да. Меня никто не будет хавать в этой жизни. Да куда? Да куда? Меня никто не ест. Ладно, заходи. Меня убили. Какого фига? Ну я тут спавнилась тут. А, я возле него спавню, все, понял. По кайфу, можете еще раз меня убить? Кстати, я возродилась, у меня хп почему-то больше стало. Лисичка! Пойдем, пойдем, заходим. Что за бред, ребят? Лисичка под водой, выползай. И как ты намерен эту дырку потом убрать отсюда? Ладно, пусть он пока что это жмякается своими лисичками недоделанными, которые меня хотят захавать. Глупые животные, знаете почему глупые? Потому что я умный кролик, а они глупые. Давай, лисенок. Боже мой, мне лучше помочь. Ну давай, выползай. Кролики, ладно, за тебя. Мои лисы скупались в ледяной воде. Не из-за меня, они сами решили выпрыгнуть за мной. Короче, ребята, рассказывай, что это за странная магия. Я, короче, померла. У меня фул хп, ну у меня 10 сердец. Потом бамс, походу прогрузилась и теперь у меня 1.5 хп. Ну, а где же мягонькая печка? Я хочу на печи спать. А где у тебя печь? У тебя печь тут. Тихо! Кролик, ты не будешь жить в моем доме. Я тебе обустрою сейчас шерстяной маленький домик. На заднем дворе. Прямо тут, прямо тут, прямо тут хочу. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Тихо, ты что делаешь ты? Ты хочешь домик тут, что ли? Ладно, домик будет у тебя вот тут. И с выходом я буду смотреть на своего хозяина. Верняка. Ты что, вообще зуба рухнула? Через окно меня хавать? Офигевшая. О, я знаю, что надо. Че, люки? Я так и знала. Забирай эту фигню. Я могу слить. Да ты успокойся, я тебе сейчас это. Я тебе сейчас твою эту псыкалку, знаешь, в одно место запихну. Все, хозяин, хозяин. Я не хотела помочь, но люки мне не выдали. Иди в дом, иди в дом, иди в дом, иди в дом. Я хочу, 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 хочу следить за тобой. Ты будешь просыпаться, я буду смотреть на то, как ты спишь. Значит, надо поставить по-другому. Там печка переплавляет что-то. Я хочу посмотреть, что там. Так, вот так, вот так. Я сюда, сюда. Не трогать лисенков, а то я тебе не дам ни сыр, ни печенье, ни морковку. Да их никто не трогает. Я сплю. Это не я. Надо избавиться от них. Чертила. Из-за них я не могу жить в доме. Я убью их! Иди сюда, иди сюда. Походу, прививка от бешенства не сработала. Ну и что мне делать? А, не то! Не то! Хватит драться! Придурочный лис, я убью тебя! A few moments later. Не поняла, что я за решеткой. Почему кролик за решеткой? За тобой нужен глаз да глаз. Меня твои лисы убивают, они вообще офигели! Это вообще законно, вот я их не трогаю. Алло, алло. Так, нужно покормить крольчатину. Давай корми, дай мне много. Ты будешь в этот раз кушать морковку. Так, да, ёшкин матрёшкин. Давай, кушай, кушай, кушай. Куда? Заходи обратно. Куда? Ты мне сколько скормил? Это чё, шубка моих сородичей? Заходи, кролик, заходи. Ну и чё, теперь жирники, это трешня. Я чувствую, будто меня откармливают для того, чтобы скормить этим лисам. Ребята, я не одобряю такое. Скоро ваш обед будет большим, и вы покушаете, да. Я убью их ночью, когда он будет спать. Вот ваш обед готов уже частично, так. Хочешь, хочешь, вот тебе чуть-чуть. Он не заметит то, тебе, что я уйду. И по-тихому. Не понял, кролик свалил. Все чертило. А кому докажешь? Я в доме, я в своем доме. Я знаю, что я сделаю. Я сделаю ход гения. Я сделаю вот так вот. А зайди быстро в дом. Ну, в смысле? А что можно, а мне нельзя? Как делать? Все, сиди в доме. А что там? Ты жучара недоделанный. Иди спать, я сожру за ночь всех твоих лис. Сиди и не высовывайся. Спать иди, чертила. Так, ты наблюдаешь за ним всю ночь, а ты можешь спать, потом поменяйтесь. Вот ты, собака сутулая, не могу стоять. Что за шум? Не-не-не, тебе показалось, я тут был. Я понял, хорошо. Сожрал, значит, да? Сожрал. Отцепился. Шипит на меня. Офигеть, вот неги. Все, уходим. Уходим отсюда. Да не хочу я! Не хочу, чтобы меня съели эти твои... А, не,
сделаны. Какой толстый кролик мощный. А то ж, я мощный. На, пожри, пожри. Пожри, чертила, будешь еще больше. Будешь большим, что не влезешь никуда. Все, пойдем домой. Иди спи, глупый человек. Спать иди. Давай, быстро зашел. На поводок. Кушай, кушай. На поводок. Кушай. Ой. Ну все. Ну вот, я стану суперсильной. Ты первый начал. Отпусти меня, чертила. Уходи и не возвращайся. Я еле передвигаюсь, ты собака сутулая. Мне нужно зелье. Все, в будку, надо переждать ночь. Голова закружилась, слишком много смеюсь. Лисичку сожрали. Но ничего. Нет, ничего. Нифига, я ее не сожрала. Я ее взяла и грохнула за то, что она меня сожрать хотела. А где, что так темно? Свет потух, походу переплавляться больше нечем. Пора спать. Кролик, я совсем не подумал. Тебе, наверное, тут темновато. Я повешу тебе фонарик. Все, можешь сидеть. Спасибо. Мест мало, но да ладно. Он будто бы, знаете, будто бы просто следит за мной. Тихо, не буянить. Не буянить. Она меня хавает. Она меня хавает. Какой жирный кролик. Не бить, не драться. Она меня хавает. Иди там, не высовывайся, а то тебя скушают. Это я захаваю его, ты меня видел? Ты меня видел? Я его сожру, у меня хп уже много. Я сожру тебя и всю твою семью, ты меня понял? Рыжий, рыжий лес. Ты, кролик, говоришь, хочешь кушать? Да сейчас я к тебе залезу. Да не хочу я кушать, кроме меня кормить. Я уж не помещаюсь, тут мне мест мало. Мне и так тесно. Кушай. Да хорошо, корми, да не хочу хавать. Да твою кукурузу я уже в дырке не помещаюсь. Кушай, кушай. Сколько мяса тебя выйдет? О, красота, лепота. Вы видали, ребят? Ну все. Не драться. Сади на поводок ее, я ее захаваю. Не драться. Закрывай. Сейчас убью. Куда? Не драться. Ну куда? Нет, у меня захотели утопить. Я маленький кролик. Жирненький кролик. Высовывайся и сиди дома. А ты, сиди в будке в своей вот тут дырке. Ребята, нечестно. Этот жопа сутулый, он просто-напросто хочет меня скормить своим лисом. Дом я задел, у меня дырка. Ой, дырка. Алло. Ты хочешь еще покушать? Ну давай. Да уйди ты от меня. Бесишь меня уже, не трогай меня, я тебя прошу. Слушай. Все, наелся? Больше не ешь. Ну значит, наелся. У меня тут дырки со всех сторон. Что мне делать? Меня захотят захавать. А ну сиди, не высовывайся. Ладно, все, сплю. Короче, пошел он куда подальше. Сейчас уснет, я от него сбегу. Ну ты мой лисик хороший, и кролик хороший. Как бы вас подружить? Я знаю, как вас подружить. Он передумал меня скармливать лису, что ли? Да спи ты уже, я хочу сбежать. Так, нужно вас подружить, смотри. Где кроличья шубка? А вот она. Вот, нюхай. Нюхай, давай. Теперь ты не нападаешь на кролика, теперь вы дружите. А ты кролик, Вот, не жри лису, все, вы теперь друзья. Не понял, что, серьезно, она меня трогать не будет? Рили, не трогайте, да, жесть, я жирненький. О, смотрите, теперь можно убрать этот барьер, который мешал нам. И что, Рили не трогай. Теперь вы дружите, понятно? На, покушай, кролик, покушай. Надо было с предыдущей лисой сделать точно так же, а то он меня захавать хотел. Я уже в два блока, все, не корми меня. Короче, ребята, ладно, передумала я от него. Сбегать буду, жить здесь. Мне тут нравится, тут вкусно кормят и все такое. Да отойди, я хочу лисичку притянуть. Удочка сломалась об тебя, жирного. Сам ты жирный. Все, короче, ребята. Ё-моё, вообще двигаться не могу. Надо бегать по утрам.